Ики сарайылда Паскеля хем колода йортуларында Кыпчан Клесе окулу күллер әдейне концерты хазырлыр. Этот концерт, это можно сказать, проповедь нам, взрослым. Бу концерт бізе бүйіклер әдейіне дуалар, ұшақлар, айозлар гибі хаберджілер олдылар. Инсан гүнахларындан лазым уянсын да күчіжік Христозу гөрсін, кенді жан еріне да она ер хазырласын. Мы взрослые. Пора просыпаться от греха, пора увидеть младенца Христа и приготовить ему место в нашем сердце. Театру сюжетлары хем түркілері аңғыларыны хазырлады емгестерді пазар оқылын ұшақлары ГГУС әйлелерін паулықларына башланылдылар. Удивительно то, что Динельмек вакытында ұшақлар сербез заманыны бардыңыже башқа шелері харжасынар, ама онар динемиклері келділер. Кенді дуйгуларыны сценада көстерділер. Могли представить на сцене все свои чувства. Мы очень тщательно готовились к этому празднику, так как всеми этими номерами мы хотели показать важность этого праздника. Концерда жувапчылыклан яклаштык. Колода йортусу христианарын паалы йортусу. Онын үчүн юнемлийни саваштык кенди хазырлыгымызды ачыклама. Сам я участвовал в нескольких номерах и могу сказать, что было нелегко и порой даже пришлось отказаться от всех наших каникул, и не только мне, а всем участникам этого концерта. Пандемия бетеріне традиционал йортусу бір замана кестерілдейді. Ені 2022 ел башарлы чекетті. Концерт программасында колода түркілері ГГУС хем Молдыван ділерінде өттілер. Клесе окулы Кыпчакта 22 ел чалышер. Бюнуна гезер 300 ушадын. Светлана Димитрогла, Елена Радкогла, Сергей Георгиев, Леонид Арфанос, Мария Казаку, ГРТ Хаберляр.